Классно, классно, классно. И поехали дальше. Естественно, господи, почему нет? Почему нет? Да, у кого там был вопрос? Вот тут меняется управление, вот тут клавиатура, вот тут Xbox контроллер. И оки-доки, поехали. Каин открыт, Ев... нет. Азазель открыт, Лазарус открыт. Давайте я пока что... Эдем locked. Эдем токенс, 0. Надо какие-то Эдем монеты собирать. Или Эдем что? Ладно, поехали за Айзека. Я думаю, что сейчас это предпочтительнее. Так, и о, черт. Вау. Вау. Так, отлично. Я все еще привыкаю к некоторым мобам, но это уже неплохо у меня получается. Так, ты, да вернись же. Это те ребята из Чрева, по-моему. По крайней мере, они на них очень похожи. И... Ну, они на них очень похожи, это все, что я могу сказать. Вау. Вау. Просто вау. Кто-то таки делает шикарные комнаты. Что бы кто ни говорил. Даже чтобы я не говорил. Так, ты, пожалуйста, умри. И Алексин, just subscribed. Приветствую, спасибо за подписку. Добро пожаловать в клуб. Держи брофист, бро. И бро. Потому что у меня не работает плагин. Поэтому я буду делать это сам. Окей, спасибо большое. Спасибо большое за поддержку, Алексин. Спасибо за поддержку всем, ребята. Спасибо, что вы вообще тут есть. И мы продолжаем. Мы продолжаем рубиться в Айзека. Мы продолжаем плакать на какашке. О, черт, это босс. Нет, я не хочу к боссу, я хочу сначала в сокровищницу. Никаких рестартов, я буду играть, как играется. Если я умру, то сделаю это как мужик. Просто как мужик, и все. Если проигрывать, то проигрывать с достоинством. Так, ты муха. Ты муха, продажная женщина. Нет. О, это гораздо привычнее нажимать на кнопки, нежели... Че, вот так нажимать на кнопки, нежели управлять этой огромной слезой. Хотя огромная слеза рулит. И... Похоже на Bloody Lust. Anemic. Toxic Blood. Что это? Господи. Меня будут бить, я буду извергать токсичную кровь. Нет. Анемия, да? Нет. Что это? Боже, что это? Столько вопросов, столько мало ответов. Я знаю, что вы могли бы мне рассказать, ребята. Я уверен, что вы знаете гораздо больше меня. Вы играли больше меня, вы знаете больше меня. Но, пожалуйста, не спойлерите. Я хочу сделать это сам. Фемайн, о-хо-хо-хо. Ты же страшная штука. Первый всадник апокалипсиса в Реберс, ребята. Первый, и это голод. Я ненавижу этого урода. Нехорошее животное. Или кто он там? Он вряд ли человек. Он вряд ли когда-то был человек. Вряд ли когда-то даже будет человеком. Вау, это было чересчур близко. Face to face. Глаза в глаза, лицо к лицу. Лицом к лицу. Пожалуйста. Пожалуйста, умри. Пожалуйста, не надо делать этого. Блин. Урона мало. Чертовски мало. И The Book of Revelations. The Book of Revelations. Боже. Ball of Bandages. Got to lick them, lick them all. Ой-о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 й. Это... Я знаю, что это. То есть это шарик из пластей. Что он дает? Наверное, просто орбитал. Так, вернемся за синим сердцем. Наверное, мы вернемся за синим сердцем. Оно мне пригодится определенно.
Ну, Дарси, увидишь, не хочу я биться ни обо что. Я понял, да. Но если эффекта нет сразу, то, скорее всего, он при получении урона. Очевидно. Попробуем получить Basement Boy. Если получится, то я получу эту ачивку. Как быстро час прошел-то. Да, да, за хорошей игрой время летит незаметно. Сейчас за хорошим времяпрепровождением, любым. Так, это у нас... Да, заставочки все старые остались между уровнями. Basement 2, отлично. Да, да, этот орбитал уничтожает врагов. Пиявка какая-то. Что это такое? Лич Бладсакер. Кровосос. О, пиявонька. Пиявонька, правда ты мне поможешь завалить всех на этой игре, правда? А, пиявка, ты мне бро или не бро? Соси, пиявка, соси. Кровь соси. Ага, понятно. Я понял, это как вампирик Чарм из первой части. Но типа на расстоянии. Круто. О, боже. Рука. Monkey Paw. Wish granted. Загадай желание. Или я криво перевожу. Но это лапка обезьяны. Боже, они убили еще больше животных для этой игры. Это ужасно. Но это круто, господи. О чем я говорю? Это круто. Это все еще очень круто. Музыка на СМБ похожа? Нет. Это совсем не музыка из Super Meat Boy. Это другая группа абсолютно. Даже не похожа. Даже не близко. Это другая вообще группа. Дэнни Брановский не работал над этим проектом. Но! Почему? Игра. Что ты такая? Почему ты такая фу? А? Окей. У меня одна бомба. Я хочу проверить секретку. Я хочу проверить секретную комнату. Нет. Нет, Айзека, ответ. Ну и ладно. Ну и ладно, раз ты такой, Айзек. У меня есть один ключ, я его сохраню. Я не пойду в магазин. И монстро! Пиявка, сосать! О, боже, я даже на чат не отвлекаюсь. Это настолько офигенно, ребята. Это просто офигенно. Айзек снова на моем канале. Надеюсь, в этот раз никаких проблем. В этот раз я могу написать даже не Калис. Правда, они, скорее всего, не ответят, потому что, блин. Вчера, в день запуска, было 67 тысяч игроков в Айзека. По-моему, оно даже уделало некоторые большие игры. Доту вряд ли, но кого волнует Дота, правда? Меня точно нет. Так, пиявка, ты будешь сосать или что? Не, пиявка насосалась. Бум. Basement Boy. Отлично, без уроночка. Это похоже на гормоны роста. Damage плюс range up. Синтоил. А, это такая штучка. Я забыл, как она называется в реальной жизни. Как, ну, правильно, по-русски называется. Типа в мышцы закачивают. Йота. О да, детка. О да, детка, это Брим. Бримстоун. Брим, подожди. Стоун. Бримстоун. Что? Кто говорил, что Бримстоун отстой? Монстр, ты не прав. Он очешуенный! Боже, посмотри на эту волну безумия, на эту волну дамага. Давай, ну докрывайся, ну. Знаете, что мне хотелось бы уже улучшить? О, летающий сфинктер, нет. Не трогай меня, летающий сфинктер. Мне бы хотелось улучшить одну вещь, увеличить скорость смерти некоторых боссов.
Потому что после смерти, ну, то есть ты босса как бы хп ему спустил, он больше не атакует, но он еще некоторое время находится на уровне, что, наверное, не очень удобно. И, боже, да, я беру синее сердце, у меня мало здоровья. Ну-ка. Нет, это больше не работает, Бримстеп больше не работает, ребята. Ну что же, я переживу и без этого. Играть нужно учиться и без багов. Вернее, учиться, уметь нужно играть без багов. Личинка против личинки. Пиявка против личинки. Замечательно. Еще эффект от Magician то пипец будет. Да, да, господи. Это офигенно. Это просто офигенски. Оу, yes. Я нашел карту The Moon. The Moon телепортнет нас прямо в сокровищницу. Ой, пардон, прямо в секретку, конечно. О чем я говорю? 9 утра, я сегодня... Че, уже 10 утра у меня. Боже, как летит время. Это похоже на Mutant Spider, но это не он. Infestation 2, Infestation Shot. Что это? Что ты, господи, игра? Ты мне что-то даешь, я не знаю, что это, хотя тут, черт возьми, подробное описание. Паучий шот! Это паучий выстрел. Это как мулиган, только с пауками. В парике спавнились просто так, а здесь спавнится из-за того, что я стреляю. О, черт, это круто. Крутота. Второй паучий артефакт за этот день. Вообще, за всю историю моей игры в этот чертов реберс. Вот этот потрясающий, офигенский реберс. Так, ключ-бомба. Давайте взорвем вот здесь. И Liberty Cap. Я знаю, что он дает, по крайней мере, поэтому давайте выйдем отсюда. Отравление при попадании. Нет, не отравление. Liberty Cap — это то, что я знаю. Это тот артефакт, который я хотя бы понимаю, что дает. Поэтому я возьму. Ой, не артефакт, тринкет, который я знаю, что дает, и я лучше возьму его, чем что-то другое. Так, давайте потушим костры. Может быть, в них что-то лежит. Вау! Вау, боги, о боги, это круто. Это охрененски, это офигенски. Это же офигенски. Я должен пересмотреть Зохана. Пип, пип, жизнерадостный засанец сна. На нахрен. Круто, круто. Смотри, а ты так струйкой можешь? Ей. На. Почему он писает капельками? Почему не струйками? Хотя лучше, конечно, капельками. И the box. Бокс. Халявонька. Rosary Beat. Face up. Я что-то поднял. Я поднял какую-то... Розари. Что-то знакомое по названию, но не пойму что. Justice. Больше хлама, богу хлама. Окей, пилили сейчас попробуем, ребят. Но я должен зайти сюда. Нет, 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 нет. Мэдди, нет. Паралайзис. Паралайзис, возможно, действует не только на меня, но и на всю комнату. Батарейки, да, батарейки заряжают активный артефакт, если он у вас есть. Так, это комната битвы с боссами. И, господи, да, конечно. Ага, вот оно что дает, я понял. Только у меня мало хп, я рискую здесь подохнуть. Флэт пенни. О, черт. Я могу прямо тут и остаться. Я могу остаться прямо на этом уровне. Прямо вот с этим. Прямо вот с этим хорошим комбо. Черт, у меня нет просто хп. А,
А, нет, я застрял.